кастингах национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» побывало несколько тысяч претенденток, но в финале оказалось всего 25 красоток. Среди счастливец – 3 студентки из Могилева и 2 бобруйчанки. Вспоминают, на кастингах жюри интересовало образование, хобби и способности конкурсанток. Девочки говорили, там, мы поем, и были такие моменты, когда девочка просто не смогла открыть рот, она просто не смогла спеть. И без внешних параметров никуда. Девочка должна быть милая, где-то эффектная, где-то выразительные глаза, может, красивые ресницы. То есть это тоже играет большую роль, мне кажется, в таком конкурсе тем более. Немаловажная, как в модельном бизнесе, это скулы, которые выделяются. Тоже красиво смотрится со сцены, то есть фотографии это все. Но параметры, не скажу, что мне 90-60-90. У меня даже 90+, чуть-чуть, и 60+. А после могилевских студенток ждали 3 недели подготовки. Каждый день по 8 часов девушки занимались хореографией и дефиле. Самой сложной стала генеральная репетиция. Она длилась 12 часов. Это был, наверное, самый напряженный день. У нас болели и отваливались ноги. Но это был единственный день. Все остальное проходило очень облачно и солнечно. Вот. Там, конечно, нервная система сдавала у многих. Мы уже выходили из дворца спорта. Заходили в автобусе, я видела, что у девочек от усталости накатывались слезы. В столичном дворце спорта перед миллионной аудиторией наши землячки появлялись на сцене в белых платьях, купальниках, деловых костюмах и вечерних нарядах. И таких результатов Могилевская область еще не видела. Сразу 3 жительницы нашего региона получили титулы. Мисс фото стала бобруйчанка Яна Жданович. Мисс зрительских симпатий по результатам интернет-голосования стала Вероника Ботвинкова из Могилева. Студентка факультета физвоспитания МГУ имени Кулешова. Возможно, меня из-за моих ямочек убирали. Победительницу в номинации «Мисс Дружба» выбрали сами участницы конкурса. Ей стала могилевчанка Ангелина Нерушкина. Девушка учится на строительном факультете БРУ. Я, наверное, сам человек добрый по себе, поэтому так. Заветная корона и титул «Мисс Беларусь» достались медсестре из Маргони Виктории Миганович. Победительницу наши землячки считают достойной. Я считаю, что «Мисс Беларусь» она должна быть как кекс, вся в изюме. Вот. И есть у нее какая-то изюминка своя, вот эта улыбка, взгляд очень приятный. Да, наверное, что-то в ней такое есть. Она этого заслужила, потому что она очень хороший человек, а когда с ней общаешься, видно, как она к себе располагает, что это правда человек, который может помочь в любой ситуации. И сама она очень красивая девушка, я считаю ее красивой девушкой. После конкурса могилевских студенток стали узнавать на улицах. Когда девочки, особенно в социальных сетях, маленькие, там, со всей Беларуси пишут: «Маргарита, умоляю, ответь, ты мне так нравишься, там, пришли мне за фотографию, добавь меня в друзья, давай общаться, давай дружить». Ну, это, безусловно, приятно. Этот год богат на конкурсы красоты. Уже 11 мая впервые выберем мистера Беларусь. А 18 мая узнаем, кто получит заветный титул «Миссис Беларусь».